Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Small Game от завода Arglass, производства Чехия. В коллекции Small Game люстры предлагаются с хрусталем различной формы. Здесь полоски собраны из квадратных камней, замыкает каждую полосу подвеска прямоугольной формы. Цвет металла может быть золото или хром. Это у меня золото. Люстры здесь предлагаются на один плафон, на 3 и на 5. Размер этого, будем говорить, плафона у всех моделей коллекции один и тот же, диаметром 12 см, высотой 20. Патроны Е14 из термостойкой пластмассы, максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Включенная люстра выглядит вот так. Смотрится она красиво, хрусталь сверкает, переливается. Насчет освещения здесь все хорошо. То есть, какой мощности LED-лампы вы установите, столько, по сути, освещения и получится, так как приглушать его здесь нечему. Площадь комнаты может быть до 10 квадратных метров. Высота люстры максимальная 102 сантиметра. Минимальная она может быть 40 сантиметров, но это если плафоны все будут на одном уровне. Если сохранить все-таки принцип каскада, то минимальная высота получится порядка 70 сантиметров. Крепится она с помощью монтажной планки. Планка здесь круглой формы, диаметр ее 20 сантиметров, а диаметр основания 35 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.